Ретрику 26 мастерства, 8 меткости, да? Всем привет. 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 Так, вчера били сурка 8 минут. Это какого-то макрос по фокусу любой, дайте, пожалуйста, то что у меня все макросы на шамане сбились. 25 обычки, 8 минут били сурка. Да, 8 минут, по-моему. Жаль, этот рекаунт не сохранился уже. Поубивались. 15 человек, по-моему, добивали сурка. 10. Так, да, там хилится экономика, умирать. Дайте, пожалуйста, макрос по фокусу, да. Умоляю. Хилы не захиливали метки и падали. Че, на полос макрос? Вот РЛ онлайн сейчас можешь у него спросить. Это тот типок, который в чате собирает рейды. Да, зачем ты его взял? Такой нормальный чувак, как знает. Какой мусульман? Мусульман не очень чувак. Нет, это не этот чувак. Он же на лут кидает. Нет, это не тот чувак. Ну, нет, он, Рейл, на лут он меня не кидал, да. Но он такой тормоз, что лучше не ходить с ним. У нас в гильдии Аго есть паладин, у него спросил, он ему пояс не отдал. Себе забрал. Вот этот ардак. Ну вот этот бар Рейл. Сейчас. Сделай чувствительность ниже. У тебя там кто-то храпит на заднем плане. Ага. Да тот чувак, который собирал да, по 5 часов. Ты с ним спишь? Не. Ага, неплохо вышло, кстати, да? Что такое состав хилов? Чё ты говоришь, Войд? Состав хилов. А чё это с хилами? Ну вон там, смотри, Варенька, Тюменская, Катау, Секуити, Кунфер. Типа такой Кунфер. Пиздатый ты имеешь в виду? Да. Чё сегодня за рейды были? Сука, 25 хм. И все. А как же Ульда? Ульда, я не ставил Ульду. Ну я пришел, на меня стоял РТ просто. Я не знаю, ставил. Я думаю, ладно, соберу ссылку. Дайте почту, пожалуйста. Залейте ману друиду. Шанан, чё ты с гильдии ливнул? В смысле? Я же здесь с вами. Ты чё? Ну, Шанан? Я имею в виду. Персов продал. Пизди ты нахуй. Да ладно, дал. Ну, ещё одного взял для... Чтоб создать свою гильдию, а то у меня рига дофига, а делать их некуда. Бля, короче... Мне сейчас чел запись скинул. Короче, у нас какой-то чел на X1 хочет организовать гильдию, в которой он будет игрокам выплачивать бабки, чтобы они играли в его гильдию. Уже. Уже линку изучал. В смысле уже? Ну я вот видел все, ну, линковал. И чё, ты ещё голды которые? Ну, он сказал, типа, ну я сейчас слушал, там запись минут на 10, короче, я слушал, что... Он будет платить только тем людям, которые будут играть нормально и вести себя адекватно. Короче, я походу не подхожу уже. За что он платит деньги, я не понимаю. За то, что ты просто играешь, то, что ты делаешь, то, что он тебе говорит, понимаешь?
Типа, допустим, если ты там идешь магом 6.3, и там с тобой идет ШП 6.5, ты не второму магу МК, да, кинешь? Или, то есть, не тебе магу МК кинут, а ты на этого ШП кинешь, короче, МК, понял? Ничего, я видел, что он типа платит бабки за, короче, это, за 6.5, если в гильдию вступаешь. Который? Сколько платят за перса? Да я хер узнаю, не знаю, он никого. Пошли все к нам, алло, переведемся, бабки будем отмывать. Бока целка сидит, все. Сколько? 10 рублей в месяц, да? Ну короче, Бибоп, ты можешь меня в беседу пригласить? Я скину эту запись, сами все послушайте. А то меня кикнул Реневал, блять, я не могу скинуть. Так а чем платят? Деньгами, блядь! Которые, блядь. Ебать, какими? Да хуй его знает. Ну, не знаю, блядь. Да он, походу, говорит, типа, долларами даже. Типа, ну, он втирал именно про зелень, говорил, зелень, нахуй. Говорит, у него, типа, свой бизнес. Не, он сказал, типа, у него свой бизнес, говорит, ему денег не жалко для хороших игроков. А, ну да. Не, ну я, конечно, ну, я твою всю хуйню не верю, мне как бы похуй, блядь, но... Ты самый первый гитар, похоже, и пойдешь, блядь. Да и чё мне там делать? У меня босса. Кал адекватных, я что, адекватный? Деньги станешь. Ну, не знаю, я не выдержу просто целый рейд, блядь, сидеть молча, нахуй, ебанись. Кстати, с актуалгарой вы разобрались? Да, да, там что-то, блядь, хуй знает, что за хуйня была, короче. Бибов все сделал. Че, вы ее еще обидели? Да нет, там почему-то у нее все ЕП вообще списалось. Так, не только у нее, там много у кого. В группе, да, чел еще писал. Я, бля, надеюсь, надо проверить ЕП на своих персах, вдруг у меня тоже все списалось. Короче, насколько я понял из рассказов очевидцев, что был человек, который начистил не всем 3000, и был человек, который потом всем почистую снял 3000. Да, но смысл заключается в том, что у нее было там порядка 10 тысяч ЕП, да? Вот, а хуякс у нее ноль вообще. Когда это было? Ну, сегодня. А, да? Имбазадор. А чё, вы этого имбазадора в гильдию взяли? Ну да, зарплату. А, подожди, Бибоп, это ты про него говорил? Да. В натуре? Гонит. Бля, ты взял... Нет, ты взял его, чтобы потроллить или чё? Дал звёздная Яра, и я шестой по дамагу. Блять, я первый по дамагу. Это третий обречен на провал, короче. Ты понимаешь, Ваня, в чем прикол? Ну ладно. Это же так. Так, вот, будешь танчить босса, Макгрегор. Первую копию, Поклонская вторую. Снимаю. На скольки процентов? Второе разделение. 30%, первое 66%. Рел, ты тут? О, запустился. Цирк. Привет. Кто танчит первый? Бибоп, скажи, ты серьезно или ты троллишь? Я честно, что хэпал пулит. Вы что, с ума посходили? Да шананы в гильдию взяли. Бог. Ты трофл был. Трофл? Рофл. Фагина из беда. Зажимайся, второй там. Двое сильнее страдания. Минус Макгрегор. Ну ты Макгрегор. Атай, поднимай Макгрегора. Забирайте второго босса. Блять, ты же опять яйца дожил. Ну я его поднял, если что. Блять, держи здесь как-то рядом, ну.
Нет! Не умирай, по-клонски! Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Охуительно! Чё ты падаешь? Извини, мне надо было нажать. Я завтыкал, блядь. Стилище считалось. Смотри на проценты сам. Но до сих пор оно не подвергалось такому. Еще Войт тебе сказал. Че Войт сказал? Почему мой Войт так странно двигался? А, ну типа... Мне поздно сказать, 25 там уже секунды буквально осталось. Плюс задержка в РК. Мои братья гибли один... Не кипета. Почему так странно двигается? Сумануть пета? Блядь, что сидит? Ну же возле тебя. Питка. А ну. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь. Рыба для тех, кто более... Кстати, Джерри, он, ты видел, что тебе сегодня боль написал? Он написал, что ты пидор. Так, мне похуй, он заслакал, я дал ему ГП. Не, я шарю, что он слакает, но в его честь можно я сейчас исполню одну хуйню вообще, одну секунду. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Так, не давайте мне мут, умоляю. Все, давай, пуляй. Джерри, он пидор. Пидор, пидор. Джерри, он пидор. Пидор, пидор. Войт, тебя на мувик Всем спасибо за внимание. Ты что, все, блин? Что, и все, я думал, ты там замутили, просто оно закончилось. Да не, я просто решил сам остановиться, а то бы мне мут дали. А ты услышал, как Олег альтап жмет, да? Да. Вот так вот. Да-да-да. Крепче, чем слышно. Что-то рифманул, бля. Да, что-то в голову ничего не лезло. Ардак, ты тут? Что, блин? Плохо слышно. Я не буду сейчас кидать, он чат на голове. Что там, чат? Волков странно ходит, это может это... По-моему, у тебя микрофон в другой комнате. Че это за херня? А почему мой волк так странно ходит? Блять. Так он же его изнасиловал Панин. А все, нормас. С однеприводный волк. Его Панин просто изнасиловал. Так, давайте, напишите, как кто на кого рулит. Так, Свет танчит Войт, Тиму Макгрегор. Конфетка, чё хидишь? Тиму. Конфетка, Хатай, Варенька, Тиму хилят, Секьюрити, Тюменская, Свет. Тиму диспейлит Варенька, Свет диспейлит Альпич. Четвертой пати остается добивать Галемов. Магдиалин СС на Тюменского. Клонский танчит трэш. На него напуливаем трэш мелкий. Так. Крик на пул. Заходите за линию, все готовы. А инту маги давали? Да, Макгрегор, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Оффорт, выноси метку. Отошли от фрейма босса. Встали в квадрат, сейчас метеор будет. Бежали. Слышно, как гудит этот пропеллер, да? Да. Пробую убрать. Ты что, Карлосон? Ага.
Это второй кулис. Хотя нет, не уберу, у него уже невозможно брать его. Давайте бейте трэш. Сижон метка. Но я же лучше бибопа. Не смешно, да, было? Не очень. Просто, наверное, не все карты. Давайте, отошли от босса. Метеор сейчас будет. Бежали. Так, лужа в рейде, встали в квадрат. Притрём метка. Тротопати будет бить квадрат. Всё, переходка, добили мелкий трэш. ВДК, заходи. Магрэви, прожми, заходи. Рейд, зашли. Бьёмся, череп. Заливаем минеры конфетки. Не надо пока что. Сколько процентов маны? 70. Отлично, залить. Альпич метка. После, перед выходом залейте маны. Паренька, метка. Так, заходить можно? Да, можно. Давайте заходим. Пижон, залей инер конфете. Не надо перед выходом заливать, потому что долго откатываться потом инер будет. Я залил. Молодец. Встали в квадрат, сейчас лезвие с меткой юна. Метку выноси, не в лезвие. Блин, надо прожимать после метки, а не до. Так, пижон обратно, метка. 52%. Сейчас лезвия будут, потом опять метка, потом переход на фазу. Ты, блин, какой ДПС большой, а? Идите, пока не выходите, сейчас метка будет. Пижон, метка. Оффорд, поднимай сразу холипала. Упал. Я не поднял. Почему он упал? Падайте, заходите в лужу. Чего он упал? Появился холёный, убил его сразу. Что он там сделал рядом? Может, прыгнул, не знаю. А чё там Войт упал? Я отменил. Ни раз я тебе ГП кинул за такие приколы. А скажите, а почему вы там во тьме так долго были? Вы не выходили специально или чё? Вас не было нигде? Мы до лезвия перевели. Потому что лезвия были. Я буду стопать тогда. Мы за пару секунд у лезвий. На это не перевели, то есть не могли во время лезвий. Короче, ДПСа в рейде много, да? Может, кому-то надо упасть? Спасибо. Понял, принял. Джерин упал. Дайте, нормально будет. Мы чё? Голема просто во время фазы ебашьте. Ты чё говоришь? Кулак Джерину не бафать, и нормально будет переводиться. Одевай этот лук на 70-й. Слушай, может реально новую тактику сделать там? Кстати, про голема просто много. На первой фазе можно слить голема там одного. А? Там можно, там двоих можно сливать, там можно успеть изи. Давай я начну танчить, а Макгрегор зайдет. Ну я типа големов подержу. И вы их сольете как на третьей и нормально переведете. Там да не надо ничего придумывать. Да ничего тут не... Это легче будет. 5 хилов в начале, вообще изи. Вон там, допустим, 2 ШП и... Старожила, пусть големов бьют, остальные боссы. Не, ладно, давайте сейчас обычно пройдем, а в следующей резке во второй, если она будет, конечно, сегодня, то попробуем так. Минск, ты готов? Легень быстрее, мама. И вы, кстати, можете за 2 лезвия переводить, если ДПС большой, конечно. Ну это невыгодно. Ну что, Питерс энд Пусис, погнали? Минская. 13-13-12. Джин-джин-джин-джин.
не вешай, пожалуйста, метку у меня с символом. Ту-ду-ду-дун. Джин-джин-джин-джин. Ту-ду-ду-дун. Чек на пул. Парень. Один за линию, давай пуляй. У кого крик качан? У меня. Оо! Пошли от босса метеор сейчас. Где от босса милики? Жали. Стали в квадрат. Лужа в рейде. Да, в квадрате стоим. Закинем метка. Района метка. Зашли от босса, сейчас будет метеор. Побежали. Лужа в рейде, отошли в квадрат. Альпич выноси. Помогите трэш мелки слить. Подожди, не заходи, тут лужи. Килы не смогут зайти. Побейте пока голема. Макгрегор, заходи. Дио, рейд, заходим. Бейте череп. Гарин, метка. Отойдите в квадрат, пати четвертый. Метку выносит. Заходить можно уже? Нет. Да. Заходи. Давайте заходим. Иннеры, конфетки. СС, ты на КД уже оставил, да? Нет, нет, я не успел туда кинуть. Его не подняли. Повышу я. Давайте в квадрат сейчас с лезвием с меткой. Пижон, пожми кожу. Кстати, вы можете как-то за хил стопнуть? Чё я просто так стою? Я вообще почти не хилю. Я тоже, я не знаю, что происходит вообще. Это варенька хилит. Я вижу, как ты не хилишь в секьюрити, 50% маны уже нету. Почему эти 50% маны? 51 бой. 51. Стопнул дома. Смотрим метку. Теперь вы специально хилить перестали? Давайте встали в квадрат. Встали в квадрат, метку назад выносим. Так, давай рост в свету. Альпич назад, метку ты диспелишь, не забудь, помогай зрелого разума бить. Так, метеор побежали. Давайте во тьме рост. На ДД переключаемся в большого голема. Где в большого голема играем? Альпич, выноси метку. Все в большого голема сыграли. Маленько метка. Калёна, сюда не бить. Клонский, прожмись. РД, помогайте мелкий трэш сливать. Все, встали опять в квадрат. Братьев Халиона, Таргари, назад метку, прожми АМС. Ряд босса, сейчас будет метеор. Побежали.
Все, Халена, святой не бьем, стопаем, эскейп нажали, бейте большого глема, мелкий трэш. Гудялин, метка. Секьюрити, ставьте темп, югим на ману. Поклонский, дай... Не, ничего не делай. То играйте в большого галерема. Иннеры, секьюрити заливаем. Отходим в квадрат, Аюна, метка. Аюна, для кого я говорю про блинк? Метеор, побежали. Поклонский, давай каплю на Void Knight, 60% у Халиона. Так, сыграли в большого голема. Большого голема быстрее добиваем. Гарин, метка. Стали сейчас в квадрат. Квадрат стали. Лезвие это темпо стоп. Угу. Бежали. Метеор. Ставлю. Так, Альпич, пой гимн на ману, я по диспейлю. Ну ладно, выноси метку. У меня уже маны нету почему-то. Пой сейчас гимн. Дайте большого голема. Лизнит эта метка. Стали опять в квадрат. Метеор. Метеор на танке. Защищайтесь в квадрат. Давайте в квадрат все. Бежали. Клонский, давай сакру. Сакру можешь каплю на танка, на войда. Играйте большого голема, 60%. Бейте большого голема и все, можно добивать холеона. Дерево, метка. Стали в квадрат, метеор сейчас будет. Хорошо, что ты не пошел пристом. Да. Чешка, Павел, ты понимаешь? Чешка! Мне она так нужна. Ты еще чешка? Меня пристал. Меня нет. На присте? Чешка. Mm-mm. Можно на уф? Да, можно. ГЦ Модлен. Вместо чешки собираюсь. Наручи. Да. Залезнит темп забрал, дай? Mm-hmm. Он меня что-то не показывает, блядь, что-то круто рулкинг. Наручик тоже выиграет. Что, меня вообще ролл не показывает, что за херня? Куда ты ливнул конфеткой? Я на вара ЕП получаю. Что ты ДТП говоришь, можно на оф наручи забрать? Ну я бы паролил, если бы можно было, но так я в РК писал, ЕП на вар. Понятно. Я поэтому и спросил, как бы. Он ролл не увидел, что там из них там кинул. Да, я ролл не видел вообще, что кидали. Меня не показывали. Понимаешь, что ты пишешь? Ты ролил вещь и хочешь зайти на пало. Аюна это не пал, что ли? Аюна не понимает правил гильдии. Аюна, ты тут? Аюна, сейчас если не зайдешь на мага, вообще ИП не получишь. ИП кидается туда, на кого ты ролишь. Это старидалом у тебя дамаг? Не? Все, спокойной ночи. А чё вторая? Пойдём ещё, ты чё гонишь, блядь?